Brighthelm Films представляет. Самый темный день. Чёрт, назад! Эй! Эй! Wait! Стойте! Бен! Бен! Прошу, у меня нет денег! Стой! Что? Стой, он не инфицирован. Какого черта ты делаешь? На тот свет захотел? Заткнись. Как ты? Что ты делаешь? Бен! Нет, я не понимаю, в чем дело. Нет, Бен! Быстрее, там еще! Отпусти! Бежим! Быстрее! Спаси!
Бежим! Эй, еда пришла. Эй, что принесли? Лиза? В чем дело? Где Бен? Лиза, что такое? Что случилось? Кто этот придурок? Он может быть заражен, мы его не знаем. Больным не выглядит. Подожди здесь. Какого черта? Где все? Скажите! Кто это? Не в курсе? Откуда ты? Не знаю. Я не помню, я... Проснулся на пляже и... Проснулся на пляже? Поздравляю, этот парень чистый псих. Сэм, Бен мертв. Отлично! Черт! Что случилось? Поверить не могу. Дорогая, все хорошо. Привет. Ну, проходи, посиди с нами. Тут свободный стул. Пойдем. Не переживай. Мы давно никого не встречали. Я его не убивал. Я так не думала. Сэм! Что? Я его пустил. Ты присаживайся. Это мой дом. Он тут останется, а? Только не в моей комнате. Ты правда ничего не знаешь? Ладно, начнем с простого. Как тебя зовут? Дэн. Я Кейт. Как это произошло? Тебе лучше присесть. Кто он такой? А? Все в порядке. Он проснулся на пляже и ничего не помнит. Вы ему верите? Сэм! Кто он такой? Джейсон Борн? Это какой-то неврологический вирус. Все думали, что это просто шумиха в СМИ. Никто не ожидал, что он уничтожит полстраны. Когда поняли, было уже поздно. Прости, я не привыкла объяснять такие вещи. Ты хоть что-нибудь помнишь? Мама заболела. Ей стало плохо, я поехал к ней. Я был в дороге и... Ничего. Ничего не помню. Мне очень жаль. За вами следили? Ты проверила? Солдат не было? Вы их видели? Мы не должны здесь находиться. Теперь дом в опасности. Эй, прости. Эй. Как ты? Как распространяется вирус? В том-то и дело, что никто не знает. Если ты еще жив, то у тебя иммунитет. Остались только вы? Многие эвакуировались в лагеря.
если смогли выбраться из города. Мы с папой и сестрой сели в машину, чтобы уехать, как остальные. Люди выбегали на дорогу и кричали, нападали друг на друга и на машины. А потом один из них упал перед нашей машиной. И папа вышел и попытался помочь. Я слышала, как он кричал моей сестре, чтобы она не выходила. Они были всюду. Я слышала, как сестра кричала. Но я не двигалась. Я ничего не сделала. Ты не могла. Я видел их. Прости, не обязательно этим делиться. Тебе нужно отдохнуть. Ты можешь занять мою комнату. Кстати, я этого никому не рассказывала. Вижу след. Возможная цель. Больше 30 километров пройти не мог. Проведите разведку и отправьте дрон. Потом сразу на базу. Понял. Дэн? Дэн, все хорошо? Я ложку уронил. Где? Ты мне в глаз попала. Прямо в лицо. Как наш гость? Вернул тебе комнату? Нет, он еще спит. Давай быстрее, есть хочу. Я никогда не толстел, даже в такое время, вот. Да, ты молодец. Да, просто я отжимаюсь. У нас кокос. К черту овощи. Хочу булку с сыром. Есть захотелось. Сэм, смотри. Это легко. Дилетант. Ты как? Привет. Привет. Умеешь ты все испортить. Сэм. Джеймс, подай мне Твикс. Этот на полу валялся. Так, Джеймс, наверх. Выключите музыку. Яблочко.
Так, берем. Быстро. Черт, бегите! Эй, отойдите! Джеймс, все нормально. Уйдите отсюда! Меня придавило! Так, придется впустить его. Несите простыню, я его впущу. Я принесу. Лиза, нож, нож! Джеймс, все в порядке. Я принес. По счету все расходитесь. Готовы? 3, 2, 1, давайте! Отойди. Лиза, где нож? Где этот нож? Уложите его. Черт. Кошмар! Сейчас! Помогите мне! Идем. Я воткнула нож. А ты ударил и считаешь себя крутым, да? Эй, Сэм, убери орехи. Я зуб повредил. Идиот. Зачем их есть? Чтобы вырастить вот такие мышцы. Вам не понять. Где мои сигареты? Куда вы их спрятали? Это моя трава, куда лезешь? Черт. Где мои сигареты? Я не знаю. Они были у тебя. Где они? О, боже! Сигареты, черт! Уймись! Они у него. Господи! Я взял одну, а остальные положил назад. И где они? Я везде искала. Эй, хватит! Эй, ты что делаешь? Они у тебя, отдай! Сколько можно? Когда ты стала такой сильной? Отвали, Сэм! Эдди, хватит! Отвали, придурок! Ты моя сестра, но не надо так говорить! Они у него! Прошу, успокойся! Я отпущу тебя, когда ты успокоишься! Слушай меня! Зачем так себя вести? Отдай мои сигареты! Почему ты мне врешь? Никто тебе не врет! Прекрати истерику! Хватит драться. Спасибо за помощь. Я думала, она мне яйца отрежет. Все нормально, у нее стресс. Это ненормально. Кейт права. В чем Кейт права? Я ничего не сказал. Ничего, конечно, ничего. Может, вам стоит поговорить?
Как ты? Как дела? Нормально. Но что-то не похоже, Эдди. Ты очень резко на все реагируешь. У тебя вся кожа в пятнах, и ты все время злишься, и я волнуюсь. Это потому, что мы тут застряли, верно? Тебе лучше уйти, Сэм. Твои глаза. Можно взглянуть? Уйди. Прошу. Как это могло произойти? Проваливай. Думаешь, она заражена? Нет. Но ей тяжело приходится. Все хорошо, пусть отдохнет. Надеюсь, что так. Нет. Дай посмотреть. Я быстро. Нет! Ребята! Ребята, сюда! Она заражена! Надо ее связать! Ладно. Эдди, успокойся, прошу. Давайте. Она больше не двигается. Пульс есть. Помогите ее поднять. Скоро она перестанет. Нет. Мы можем ей помочь? Каким образом? Есть только один способ, да? Будь это один из нас, мы бы справились. Он бы сам это сделал. Ты куда? В туалет.
откройте окно! Держи руки! Сам держи! Сэм. Пойдем. Хорошая книга? Да, отличная. Да, отличная. Прекрасная. Остров сокровищ, да? Верно. Почти. Как дела? Все хорошо, Стивен? Как вы? Что делаете? Улитку сбиваем. Эту? Да. Что ты делаешь? Сэм, это самоубийство. Брось, ты не можешь выйти. Если я останусь, то убью его. Просто подожди немного. Стой. Черт. Куда он пошел? Вышел прогуляться. Что? Где еда? Все доели, Джеймс. Значит, ничего нет. Мы достанем. В городе есть Харбертс. Но это очень далеко. Мы здесь. Значит, срежем через Квинс Парк. Людей хватит. Да. Я останусь сторожить дом. Да, ладно. За работу. Да, пошли. Давайте. Да. Я останусь, не пойду. Останусь здесь.
Почему так тихо? И что дальше? Джеймс, заткнись. Ладно, ребята, давайте найдем другой вход. Цель вошла в здание. Следите за линией огня. Внимание на цель. Тут лестница. Комната для персонала. Черт! Военные. Что будем делать? Придется идти сюда. Где встретимся? Идем домой. Ладно. Стоять! Отряд Дельта туда! Проверяйте углы! Выход! Восточное крыло, первый этаж!
Дэн и Лиза не вернулись? Нет, Дэн. Это неправильно. Так надо. Невероятно. Вижу цель. Рядом белая женщина. Разрешите открыть огонь. Жди приказа. Понял, прием. Черт, Дэн! Я не гадаю, говорю вам, они живы. Ты просишь меня рискнуть жизнями всех ради них? Надо найти их. Это друзья. Возможно, они мертвы. Ладно. Пойдем. Вперед. Ты этого хотела? Ребята, все сюда! Мы уходим! Куда мы идем? К бабушке Джеймса! Понадобится оружие! Черт. Это все? Да. Где ножи? Черт. Назад, назад, быстрее! Стив, остров сокровищ. Спасибо. Давай, давай, поднимайся! Быстрее! Давай, давай, забирайся! Давай! Держу! Давай! Стой! Черт! Давай, Сэдж! Дай руку! Цель поражена. Девушка не пойдет на вечеринку. Всем подразделениям приготовиться. Группа неопознанных. Гражданские. Квадрат G6. Черт, цель сбежала. Черт.
Браво 6, ваша позиция. Браво 6, вас не слышно, ваша позиция. Всем подразделениям приготовиться. Повторите последнее сообщение. Повторяю, Браво-6 выбыл. Всем подразделениям приготовиться. Принято. Прием. Звуковой генератор 3 готов к транспортировке. Оставайтесь на канале 7. Это канал для поддержки с воздуха. Прием. Понял. Прости, милая. Ромео 09, отелю 1. Теряем обзор с вертолета. Направляемся на запад. Есть кто-нибудь на земле? Прием. Ромео 09, продолжайте поиски. Цели остаются прежними. Почему они преследуют нас? Подождем, пока он не улетит. Останемся здесь. Назад! 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 Дэн! Черт! Там вертолеты. Ализа? Не туда. Пойдем, Арни. Ребята, он ваш. Этот на мне.
Пригнитесь. Пойдем другим путем. Да. Придется. Подкрепление. Дайте камень. Когда брошу, бежим. Что это? Бегом, бегом! Вы слышали? Чёртовы чайки. Ребята, у меня болит нога. Отсюда город как на ладони. Плохо, что я уронил очки. Идиот. Смотрите, наш дом. Где? А, да. Это он. У кого-нибудь есть еда? Нет, еда кончилась. У меня есть. Молодец, Дэн. Где ты это взял? В этом горошке искусственный краситель. Зачем искусственный краситель в горошке? Всем подразделениям, активируем звуковой генератор 5. Надеюсь, сработает. Вы это слышите? Нет. Что надо услышать? Что? Ничего, идем. Вперед.
Нам не туда? Нет, там безопасный лагерь. Мы здесь, так что надо просто пройти вниз и подняться на холм. Правда? Ты уверен? Подожди, какой холм? Так, вот этот. Они одинаковые? Вовсе нет. Мы пришли отсюда, значит, тот холм. Я думал, запад там. Нет, 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 нам сюда. Мы идем на северо-запад. В этом смысл. Мы начали на востоке и идем на запад. Верьте мне. Джеймс, мы все обсудили. Ты прав. Боже. Он прав. Да. Черт. Черт. Бегите, не оглядывайтесь! Черт! Быстрее! Притворитесь мертвыми! Они прошли мимо, надо двигаться. Откуда они берутся? Их слишком много. Отряд Дельта, отступаем. Бегом. Все отступаем, быстро. Давайте, быстрее. Я не могу. Отступайте! Надо убираться! Черт, мне не платят за это дерьмо! Уходите! Отступайте! Возвращайтесь! Назад! Назад! Давайте идем!
Теперь можем пойти в паб? Давайте, идем. Есть! Назад! Назад! Их не остановить! Назад! Быстрее! 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 Это опасно. А что делать? Замерзнуть? Что-то медленно ты читаешь. У нас осталась еда? Эй, Дэн! Еда? Да, немного. Стивен? Бобы? Дурак. Наверное, животные. Давайте. Надо поспать. Он не реагирует. Увеличьте дозу. Начал реагировать. Наблюдайте за ним. Снижаемся до 150. Входим в зону поиска. Тепловизоры включены. Доброе утро. Привет. Что угодно, только не бобы. Да, еще бы. Я был шеф-поваром. Шеф-поваром? Ты был шеф-поваром? Ну, работал в парочке пабов. И что, приготовишь? Давай, Дэн. Писай быстрее. Да, давай. Все хорошо? Да, порядок. Точно? Да. Но не знаю. Просто не знаю, как сказать. Когда Лиза... Слушай, Дэн, расскажи. Я не буду осуждать. Я нашел свое фото на теле солдата. Что? Они меня ищут. Они ищут тебя? Тебя, сукин ты сын! Сэм! А? Сэм! А? Кто ты такой? Сэм, перестань!
Успокойся. Говори, кто ты? Сэм, хватит! Что ты знаешь? Дай ему сказать. Сэм. Сэм, дай ему сказать. Нет. Сэм. Сэм, это не поможет. Не лезь, придурок. Я ему покажу. Дэн! Ребята! Дэн, отпусти! Ты его убьешь! Дэн! Отпусти! Дэн! Хватит! Дэн! Дэн! Отпусти его! Он мне ничего не сделал. Хватит! Нет, черт, не хватит! Я говорил. Говорил, черт. Все время говорил, что с ним что-то не так. Это из-за него умерла Эйди. Из-за него пришли военные. Я вам говорил. Говорил с самого начала! Разве нет? Разве нет? Что ты знаешь? Расскажи все, как есть. Я ничего не знаю. Ничего не знаешь? Ага. Я это уже слышал. Я ничего не знаю. Я не знаю, почему меня ищут. Больше ничего от нас не скрывай. Стивен! Нет! Стивен. Стивен. Все хорошо. Кейт. Порядок. Все хорошо. Мне очень жаль. Нет, ну что ты? Все хорошо. Он появился из ниоткуда. Простите. Нам точно сюда? Хочешь карту?
осторожней. Дай сюда. Свяжи его, Джеймс. Есть информация о цели и ее сопровождающих рядом с зоной 5. Отряд «Браво» потерял связь с источником информации. Действуем быстро, стрелять на поражение. Дельта-2, Танго-3, подлетаем к зоне высадки. Будем через 4 минуты. Почему вы нас ищете? Зачем ищете его? Не сомневайся, я выстрелю! Он был заражен, ясно? Был заражен? Ему дали прототип вакцины. Она сработала. Но он сбежал из центра. Вот как. И что такого? У пациента, в котором давали препарат, вирус просто мутировал. Теперь он в 10 раз хуже. И все могут заразиться. А ты им заражен. Ты мог умертвить всю страну. Мы тоже заражены. Ждите 2 недели. Ни звука. Дэн, если я сдамся, вы отпустите их? Пошли. Ребята, что, Дэн? Я пойду назад. Может, отвлеку их. И что дальше? Я найду вас. Дэн. Не надо врать.
До встречи. Делай, что надо, Джейсон Борн. Удачи. Нет. Эй! Сюда, быстро! На колени. Не повезло тебе, родной. Столько людей погибло из-за тебя. С удовольствием прострелю твою чертову башку!
В ролях Дэн Рикард, Крис Вондал, Саманта Болтер, Ричард Уилкинсон, Кристиана Ван Вейк, Эдриан Вондал, Кристиан Вайс, Саймон Дрейк и другие. Режиссер Дэн Рикард. Продюсер Саймон Дрейк.